Сусідські війни у наш час, на жаль, не рідкість. І неважливо, де ти мешкаєш – у сільській хатинці чи в багатоповерхівці у великому місті. Якщо власники приватних будинків мають лише декілька сусідів і усі питання утримання будинку вирішують самотужки, то у багатоповерхівці сусідів сотні і всі вони мають на цей будинок однакові права. Але іноді трапляється так, що за рішенням більшості сусідів реалізувати свої плани, ви раптом можете втратити свої права. А будинок, який ви кілька десятків років вважали фортецею, в одну мить перетвориться для вас на справжній форпост. Ворота встановлені таким образом, що я не можу без ключа ні війти во двор, ні вийти з двора. Просто не можу. Літнього вечора Антон, мешканець п'ятиповерхівки, що розташована на проспекті Центральному, 29, не зміг потрапити у свій двір. Ворота, які встановили мешканці цього будинку, у складчину з жителями трьох сусідніх п'ятиповерхівок, були зачинені. Коли я прийшов, я не можу попасти домой вечором, там 23 часа. І навіть міліція мені, замість того, щоб якось допомогти, сказала, там, можете кого-то наберете, вам хтось відкриє двір. Домой я попав случайно, тому що прийшов ще один сусід, мені відкрили двір. Так би я домой попасти не змог. А почалося декілька місяців тому. Мешканці чотирьох багатоквартирних будинків вирішили відгородити свій двір від випадкових перехожих. Адже поряд розташований базар. І усілякого небажаного люду у дворі було вдосталь. Була просто общественна стоянка з усього міста. Зі стільки машин було, зі стільки... Ну, и пьяных, и каких хотите, здесь и валялись, и сексом тут у нас белым днем на скамейке занимались, что несколько раз милицию вызывала, а детей очень много у нас. Вот этот гадюшник, который здесь был, когда дети здесь гуляют, здесь же справляют нужду, и... то есть это беспредел был полный. Отже, ініціативна група почала збирати підписи та кошти на встановлення огорожі. Нас было четверо. Председатель, которого выбрали на собрании по протоколу, все официально. Был секретарь и были еще люди, которые нам помогали. То есть мы занялись этим вопросом, потому что действительно все уже надоело. Рынок, двор, то есть как бы открытый. Поэтому, ну, сделали за месяц, все сделали. Жінка запевняє, ключі від воріт отримали абсолютно усі мешканці 140 квартир. А ось чи всі здавали кошти, жінка почала плутатись. Доступ к воротам и к калитке имеют абсолютно все жильцы двора. 160 – это с первым этажом. Первый этаж – это магазины, коммерция. Поэтому... То есть и все-все-все сдали? Ну, магазины мы не трогали, а, ну да, да, практически больше 100% сдала. Ну, то есть около 100% сдача была. То есть там 5 квартир не сдали и 5, по-моему, воздержались. Антон розповідає, з самого початку був проти встановлення воріт та відеокамер, що фіксують кожного, хто потрапляє у двір. Отже, сусіди непокірного вирішили провчити. Ніякі ключі мені ніхто не дав. Я пішов у сусідки, взяв у неї ключ, пішов, зробив копію. Ніякі паролі доступу, щоб я мог попасти і відкрити, наприклад, таксі приїхавшому, просто з телефону відкрити, це мені ніхто не дав. Мені чітко дали зрозуміти. Тобто, заплатиш гроші і з цього моменту... Може бути, тобі повезе. І мені так і сказали, в повному серйозі. Тобто сказали, ти все одно заплатиш, рано чи пізно. Був навіть момент, коли я вже якби, внутрішньо був готов дати їм гроші. Думаю, 250 гривень просили ізначально. Я підійшов до чоловіка, який там составляв смети. І чоловік, записуючи вже мою фамілію, там, що я 250, сказав, це перший взнос. Я говорю, як це перший взнос? Я говорю, я якусь хочу бачити, ну, результируючу смету. Я хочу знати, скільки все це стоїть. Ну, то есть я не хочу сдать 250, потом, а так и случилось. Сначала 250 дали, потом, насколько я слышал, тоже еще 250, и потом еще что-то, кто-то остался кому-то должен. Щодо дозвільних документів на встановлення огорожі, члени ініціативної групи стверджують, вони є, але показати відмовились. Хоча зізнаються, документів на відведення прибудинкової території не мають. Мы подняли архив БТИ, ворота стояли на этом месте. Когда-то, 10 лет назад, они были демонтированы. В ночное время кто это сделал, непонятно, но, тем не менее, двор стал открытым. Все официально есть. Все счета, все бумажки, все есть. Это все мы делали. Можно их посмотреть? Нет! Антон розповідає, їх двір став форпостом не лише для нього. Сюди навряд у випадку екстреної ситуації зможуть безперешкодно потрапити відповідні служби. Вони поставили відеокамери, які взагалі заборонено нашим законодавством без моєго согласия. Тобто я не хочу, щоб за мною наблюдали. Зачем-то вони розваляли нашу будку, спилили дерев'я. Це все случилось вже в форматі, тобто коли за закритою дверью і ніякі служби вже заїхати не можуть. Я до цього розмовляв з людьми, говорю, як буде заїжджати скорої там, і так далі. Вони кажуть, скорі ми розберемося. Вони там позвонять і все відкриється. Приїжджає скорая,
останавливается, и люди не могут, то есть скорая не может попасть внутрь. Я открыл им калитку пешеходную, и они зашли, забежали, скорая так и осталась на улице. Іноді мешканці багатоповерхівок вважають, якщо вони є співвласниками будинку, то мають повне право на свій розсуд вирішувати, як вести господарську діяльність. Отже, які права мають мешканці багатоквартирного будинку? Де саме закінчується право на квартиру та починаються права і відповідальність за спільне майно? Закон исходит из того, что все сособственники этого многоквартирного дома имеют одинаковые права, в том числе пользование местами общего пользования. Исходя из этого, соответственно, никто не может на себя перенимать без согласия сособственников пользование кладовками, лестничными маршами, лестничными клетками, чердаками, подвалами и так далее. Где заканчиваются права каждого из сособственников? Там, где начинаются права другого сособственника. То есть сособственники не могут по своему усмотрению огораживать коридоры, лестничные клетки, ограничивать проходы и так далее, если на это есть возражения их соседей, то есть сособственников этого многоквартирного жилого дома. Чи можуть співвласники багатоквартирного будинку здати підвальне приміщення в оренду? В части многоквартирных домов подвалы, реже чердаки, являются коммунальной собственностью, и права собственности зарегистрированы в соответствующем реестре. Это исключает возможность жильцов многоквартирного дома распоряжаться этим имуществом как своим. Почему? Потому что собственником этого имущества является территориальная громада. В случае, если права за территориальной громадой не зарегистрированы, презюмируется, что это является общей совместной собственностью всех жильцов дома. Но распоряжаться непосредственно кто-либо из жильцов дома не сможет, поскольку нет соответствующей организационно-правовой формы, в которой бы они это могли сделать. Для этого, в общем-то, предусмотрено, в частности, создание обществ совладельцев многоквартирных домов, которые являются юридическими лицами, принимают на баланс дом, обслуживают этот дом и имеют право, соответственно, распоряжаться через соответствующие органы общества совладельцев многоквартирного дома этими площадями. То есть давать их в аренду, возможно, отчуждать. Законом передбачено, що спільне майно багатоквартирного будинку не може бути поділено між співвласниками. І вони не мають права на виділення в натурі частки із спільного майна багатоквартирного будинку. Отже, усі дії щодо реконструкції, ремонту чи використання цього майна мають вирішувати усі співвласники. Каждый из сособственников имеет равные права. Если кто-то из сособственников решил для себя сделать какие-то ограничения, эти ограничения не должны касаться других сособственников, если они с этим не согласны. Поэтому, когда ставятся ворота, закрываются какие-то, или ставятся двери, закрываются какие-то помещения, то каждый из сособственников, кто изъявил желание пользоваться этим помещением, имеет точно такие же права, как и те, кто его закрывал. Поэтому инициаторы закрытия должны обеспечить как минимум ключами либо возможностью прохода в эти помещения других сособственников. Якщо ж ваші права утискають чи порушують, звертайтесь до суду. Это как минимум состав уголовного правонарушения по статье 356 Уголовного кодекса самоуправства, когда правомерность действий одного, условно говоря, гражданина либо группы лиц оспаривается другим гражданином либо юридическим лицом. И доказывается, что есть реальное нарушение прав, в частности, прав сособственника. Это один из вариантов. Другой из вариантов, любой, как вы говорите, обделенный, имеет право обратиться в суд за устранением препятствия в пользовании имуществом, в частности, имуществом, сособственником которого он является. А які права мають співвласники щодо використання прибудинкової території? Наприклад, чи можуть її огородити? Огораживать можно свою территорию, да, либо территорию, которая находится в пользовании на установленных законом началах. То есть либо в постоянном пользовании, либо на основании аренды.
При этом в любом случае есть границы земельного участка, которые выносятся в натуру, то есть на местности. И вы можете четко определить, где заканчивается ваш земельный участок, ваши границы, начинаются границы вашего соседа. И по этим границам, по этим межам вы имеете право устанавливать в том числе ограждения и в том числе ворота как часть ограждений. И, соответственно, не требует это получения каких-либо дополнительных разрешений. К сожалению, вот в частности в городе Николаеве, мне известно крайне мало домов, которые потрудились отвести себе придомовую территорию. То есть на сегодняшний день в нашем городе понятие придомовой территории является очень условным. И, соответственно, там, где границы этой придомовой территории не определены, то есть нету проекта землеустройства, вообще о как таковой придомовой территории говорить не приходится, равно как о ее ограждении. Також заборонено загороджувати єдиний в'їзд до багатоповерхових будинків, якщо це може перешкоджати чи ускладнювати проїзд спецтехніки у випадку надзвичайної ситуації. І закривати ці арки и эти доступы и проезды, если нету альтернативных, как минимум, если нету согласований соответствующих органов и разрешений сделать это, категорически запрещается. Это есть самоуправство. Эти вопросы должны проверять соответствующие компетентные органы, начиная от инспекции ГАСК, заканчивая службами МЧС, заканчивая службами гоструда и так далее. И если такие моменты случаются, и отдельные жильцов из собственников с этим не согласны, моя рекомендация, собственно, обращаться в соответствующие компетентные органы для того, чтобы фиксировать эти факты, во-первых, и устранять эти нарушения, во-вторых. Досить часто серед сусідів виникають суперечки з приводу місця для паркування свого автомобіля у дворі багатоповерхівки. Іноді автовласники резервують та позначають місця, де має стояти лише їхній автомобіль, а іншому туди зась. Якщо нету як такової виділеної придомової території, це є на самом деле вулиця. А на вулиці кожен волен ставити свій автомобіль, если это не нарушает правила дорожного движения, в том месте, в котором посчитает нужным. Поэтому говорить о том, что кто-то имеет какие-то преимущества лишь только потому, что заселился раньше, сделал разметку, написал, что это мое место, застолбил его колышками, обнес его цепочкой или еще чем-нибудь, в данной ситуации об этом говорить вообще не приходится. Другой вопрос, если эта территория организована, то есть отведен земельный участок под определенные цели, ну, например, под стоянку, под парковку, там, где это специальные места. Но другой вопрос, что если эта придомовая территория, в частности, отведена под парковку, этой парковкой имеют право, равные права пользоваться все сособственники этого многоквартирного жилого дома. И, собственно, здесь как раз работает правило, кто ранее поставил этот автомобиль, да, там он и стоит. Встановлення камер відеоспостереження іноді стає причиною розбрату між мешканцями багатоповерхівок. Дехто вважає, що це втручання у їхнє особисте життя. Отже, де можна встановити електронне око, а в яких місцях відеоспостереження заборонено? Камера наблюдения достаточно щепетильный и достаточно сложный вопрос. Почему? Потому что если мы будем говорить о возможности просмотра, например, улиц, то это публичные места, где, в общем-то, съемка и видеофиксация не требуют отдельных разрешений. Если мы будем говорить о каких-то местах, которые являются частной собственностью, то для того, чтобы фиксировать те или иные события в этих местах, здесь необходимо согласие собственника либо сособственников. Поэтому здесь нужно смотреть, в каком месте стоит камера и что именно она фиксирует. Что касается вашей квартиры, входа в вашу квартиру, это есть ваша собственность, где вы сами определяете, вам это фиксировать или нет. Если же вы, скажем так, таким способом пытаетесь следить за соседями, то это уже незаконно. До того ж, якщо запис відеозйомки буде використовуватись з метою компрометації когось із мешканців будинку, це тягне за собою кримінальну відповідальність.
Як не прикро, але ми не в змозі обирати собі сусідів. Окрім друзів, серед них можуть з'явитись і вороги. Але слід завжди пам'ятати, що усі суперечки потрібно вирішувати лише у правовому полі. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».